На станции Евсина завершается третий финальный этап строительства парковой зоны на улице Гагарина. Благодаря реализации этого проекта центр поселка серьезно преобразился. Своим парком местные жители гордятся. Он стал настоящим украшением и местом отдыха для всех людей. Остались последние штрихи. Это физкультурно-оздоровительная зона. Здесь осталось установить скамейки, урны и нанести бесшовное резиновое покрытие. Дети есть дети. От падения никто не застрахован. Но лучше подстелить современный материал. Изначально проект планировали разместить иначе, но местность непростая. Слишком много коммуникаций. Нам пришлось, немножечко не изменяя площадей, не изменяя сметной стоимости, видоизменить немножко вот эту площадку, на которой мы сейчас с вами находимся. Вот здесь теплотрасса, с той стороны водопровод, и нам пришлось немножко ее сузить, но удлинить. Это ничего не ухудшило. Вот только деревьев сюда много не посадить, трубопроводы будут мешать. Но кустарники и газонная трава обязательно появятся. Этим летом на станции Евсина удастся воплотить многие мечты жителей по благоустройству. Так на улицах Рабочей, Школьной, Вокзальной обустроят тротуары шириной 2 метра. Путь проходной. По нему жители идут в школу, детский сад, крупные магазины и административные здания. Мамы с колясками будут расходиться, не мешая друг другу. Предусмотрено благоустройство и при вокзальной площади. Привокзальная площадь – давняя наша мечта. Там была вот этот пустырь, заросший кленами. В этих кленах, соответственно, образовалось достаточно много там всего интересного и не очень хорошего. Поэтому по годам как-то вначале эти клены вырубили, потом там какие-то планировки делали. Есть задумка установить на привокзальной площади макет паровоза. Построить тротуар и на Трактовой. Улица зауженная. Сейчас пешеходам приходится выходить на проезжую часть. После обустройства путь станет безопаснее. Работ летом в Евсино много, зато уюта в поселке станет больше.